Но в Тюмени прошел чемпионат города по спортивному туризму. Показать свои умения решили 150 человек. Пешеходные дистанции для участников подготовили в трех классификациях. Задания могли выполнить не только профессионалы, но и новички, рассказывает Екатерина Кальченко. На старт. Внимание. Марш. Давай. Чемпионов города по спортивному туризму выбирают уже почти 10 лет. На этой дистанции первого класса нужно пройти овраг по веревкам и не упасть. Это самое легкое испытание. Поэтому в участниках дети с 8 лет. Дистанция обыкновенная. Первый класс. Этапы, такие, которые требуют очень много затрат и сил, отсутствуют. То есть они знакомятся еще как бы с туризмом. У нас штрафная система, но стоп ошибка. Если участник неправильно сделал, его просто возвращают, и он опять переделывает этот элемент. Чтобы все получилось, заниматься ребятам пришлось около года. Усилий на месяц. Стабильно тренировок 6-7, и можешь спокойно пройти эту дистанцию. То есть первые день идут как обучение, потом тренироваться, начинать на лазить по скалодрому, там, с веревками уметь пользоваться, а потом уже можно проходить соревнования. Те, кто в спортивном туризме дольше года, могут участвовать в более сложных дистанциях. На этапе второй сложности их ждет уже 4 испытания. Я 2 раза упал с дистанции бревном. Ну, как бы, ну, скользкое было. Очень скользкое. И вот так вот не сильный сложный спорт. Просто если подкачаться, то будет все нормально. Большинство взрослых спортсменов – кандидаты в мастера спорта. Они на самой сложной дистанции. Здесь надо подняться и спуститься с высоты 3 метра, в том числе и по так называемому отрицательному склону. Это получается не у всех. Это вообще элемент, взятый с дистанции 5 класса. То есть ребята тренируют его в данном случае в виде соревнований на 3-м. Следующий у них уровень – 4 класс дистанции, федеральные соревнования субъектов федерации, либо уже чемпионаты России. Кстати, такие соревнования ждут победители тюменского чемпионата. По 3 призера из каждого класса представят город на всероссийском уровне уже в марте следующего года. Екатерина Кальченко, Александр Зосимов, «Тюменское время».